Сейчас в уссурийские подрядчики ломают 4 аварийных дома. Один из них расположен в самом начале улицы Ленина. Проживавшие здесь семьи уже получили новые квартиры по муниципальной программе переселения. Вскоре от старого прогнившего здания не останется и следа. На этом объекте тяжелая техника не нужна. Бригада использует ломы и пилы. В рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда продолжается снос аварийных домов. На начало года был запланирован снос 25 строений. На сегодняшний день завершен снос 18 из них. С конца ноября работы по сносу пойдут на спад. Демонтировать фундамент в промерзшей почве весьма проблематично, поэтому большие двухэтажные бараки и просто основательные постройки разбирали летом этого года. Только по Ленинградской снесли 5 зданий. Серьезная работа также велась на Плантационной улице, где подрядчик сравнял с землей аварийный кирпичный дом. Раньше на Плантационной 10 находился одноэтажный аварийный дом на 8 квартир. Снести кирпичное здание было непросто, но подрядчик справился с этим на месяц раньше положенного срока. По договору с территории вывезли весь строительный мусор, провели планировку и даже выкопали небольшой кювет для водоотведения. Совсем недавно были завершены работы по адресу Тихменева, 14. Теперь вместо деревянного дома здесь ровная площадка. Объект по Некрасова готов лишь наполовину. Здание уже снесли, а оставшийся мусор заберут со дня на день. В администрации округа рассчитывают выполнить план по сносу аварийного жилья на этот год. Скоро исчезнут еще 2 старые постройки на Ленинградской. Евгений Талов, Игорь Антонов, Телемикс.